Из-за пандемии коронавируса массовые собрания в Азербайджане запрещены, однако концерты и культурно-развлекательные мероприятия продолжают проводиться, пусть и в онлайн-формате. На этот раз в Азербайджанской государственной филармонии состояла запись концерта, приуроченная к празднику Новруз. Концерт был организован в рамках проекта «Гэнчляря Дэстэк» – поддержка молодежи при содействии Министерства культуры Азербайджана. Записью мероприятия зрители смогут насладиться 20 марта. Праздник весны, ставший несколько лет назад официальным многонациональным наследием мира, празднуют во многих странах. И сегодня на сцене Азербайджанской государственной филармонии участники проекта «Гэнчляря Дэстэк» выступят с очень яркой, красочной концертной программой. Обычаи и традиции Новруза сохранили свою красоту и привлекательность по сей день. И сегодня на сцене филармонии будут выступления в наших национальных народных азербайджанских костюмах тоже. В этом году это уже четвертый концерт в рамках проекта «Гэнчляря Дэстэк» – поддержка молодежи. Первый концерт состоялся 2 февраля ко Дню молодежи. Второй концерт был посвящен трагической дате в истории нашей страны – Ходжалинскому геноциду. Третий концерт был приурочен к Международному женскому дню 8 марта. И вот сегодня наш концерт мы посвящаем празднику весны – Новруз Байраму. Пусть этот праздник принесет всем обновление, счастье и хорошего настроения.